Мы продолжаем знакомить вас, уважаемые зрители, как с ударными видами единоборств, так и с теми бойцами, которые выходят на бои, демонстрируя свою принадлежность к элитным войскам. Встречайте восходящую звезду российского кикбоксинга Валерия Безяева, который после службы в десантных войсках выходил на бои в голубом берете и под песню «Голубых беретов» расплескалась синева. Сегодня мы с вами посмотрим его бой с 2019-го, когда Валерию был 21 год, и он уже принимал участие в престижном турнире Гран-при Татнефть ТНА. В 1/8 финала его соперником стал опытнейший боец, двукратный чемпион Франции, чемпион Европы и мира Флорент Каоочи. Он был на 10 лет старше российского бойца и имел за плечами 25 профессиональных поединков. Однако Валерия это нисколько не смущало, и в предматчевом интервью он говорил, что хочет выиграть этот бой досрочно. Итак, все готово к началу третьего поединка сегодняшнего дня. Весовая категория свыше 80 килограммов. Флорент Каоочи против Валерия Безяева. Франция. Париж. Первый раунд. Французы, конечно, очень хорошие кикеры. Очень умело используют дистанцию. Но, как правило, от Франции высыпает очень много представителей. Работает в дистанции, пробивает лоу. Бэк фист Валерия Безяева. Поджимает Каоочи. Безяев пока работает с дистанции. Очень быстрый парень для тяжеловеса. Очень здорово пока использует свою скорость в этом поединке. Но главное не сгореть. Не сгореть до конца этого боя. Все-таки 4 раунда. Если будет нокдаун, то все 4 раунда произойдут. Я вот сейчас нахожусь рядом с французским углом, с французскими секундантами. Поэтому вы, наверное, слышите, как тренер французов активно призывает своего подопечного идти вперед, перекрикивая всех и вся здесь. Так, Валерий Безяев пока что уступает в плане мощи ударов, но при этом выигрывает за счет комбинационной работы. Однако, повторюсь, все эти раунды, они у судей не считаются, кроме четвертого. Если не будет нокдауна, то, соответственно, только четвертый будет засчитан. А кто там выиграет, это уже определит. Замечание. Нарушение фиксирует французского бойца. Хорошая комбинация от Валерия Безяева. Несколько раз он попадает и проваливает. Проваливает великолепно француза. Ну вот посмотрите, что делает Флорент Каоочи. Просто несколько раз достает соперника, идет на пролом, что называется, на оппонента, бросаясь на него, пусть немножко коряво его техника. Но со стороны Валерия Безяева мы видим больше с точки зрения техники. Тем не менее, меньше такой борьбы позиционной. То есть он ее просто отдает пространство сопернику. И за счет этого пока выглядит предпочтительнее Флорент Каоочи. Больше ударов хотелось бы видеть от Валерия Безяева. Больше комбинационной работы, чтобы перебивать тем самым удары оппонента. Проваливает атаку. Хороший блок поставил Валерий Безяев. Но здесь начинается настоящий взрыв. Настоящая работа. Очень неплохо действуют оба бойца. Причем исповедуют разные стили. Больше такой силовой стиль исповедует Флорент Каоочи, а Валерий Безяев комбинационная работа на скорости пытается перебить. И вот здесь по корпусу отлично атакует. Идет вперед сейчас Флорент Каоочи. Безяев как в голову, так и в корпус пробивает Каоочи. Здорово действует боец. Правый,
Хотелось бы, конечно, увидеть подавляющее преимущество ударов со стороны Валерия Безяева, но, к сожалению, пока этого нет. Вот здесь неплохо, неплохо прошел. Безяев отходит назад, сам попадает боковым, страсти начинают накаляться. Очень здорово, здорово пробивает Валерий Безяев. Флоренто Кауачи, несколько ударов. Вице-чемпион мира по муай-тай. Флоренто Кауачи. Лоу-кик в исполнении Флоренто Кауачи. Но Флоренто Кауачи наносит всего лишь один удар, а Безяев 3-4. За счет этого, конечно, перебивает. Но что-то мне подсказывает, что бойцы до конца не продержатся. То есть это будет первое досрочное завершение сегодняшних поединков. Мне так кажется. Но кто знает, все-таки это только второй раунд. Еще ничего не ясно в этом бою. Пробивает Лоу. Да, туда же, говорит тренер. Флоренто Кауачи пробивать. Флоренто сейчас пробил фронт. И тут же мы видим, как Валерий Безяев обработал голову, перевел на голову, перевел на корпус. Да, тяжело, тяжело Безяеву. Пропускает он лоу-кики. И видно, что это сказывается. Уже не может на ногах стоять Безяев. И сейчас Кауачи будет это использовать. Пытается отвлечь его внимание ударами руками. Но при этом, конечно же, его задачей будет пробить ноги. Пробить ноги Валерию Безяеву. Что он, собственно, и пытается сделать. Раунд завершен. Третий раунд поединка. Флоренто Кауачи и Валерий Безяев. Валерий Безяев пошел вперед, чтобы сократить дистанцию. Ему ни в коем случае нельзя пропускать лоу-кики. Он это прекрасно понимает, поэтому поднимает переднюю ногу постоянно, чтобы соперник не смог его достать. Иначе хотя бы один раз пробьет. Я думаю, что мало Валерию Безяеву не покажется. Фронт-кик от Кауачи. Он, конечно же, пытается использовать мощь своих ног. Но Валерий Безяев грамотно очень защищается, по крайней мере, пока. Однако пропускает из-за этого в дальнюю ногу. И туда тоже тяжело ему, тяжело стоять. Кауачи будет нагнетать обстановку, будет пробивать и дальше эти удары. Удар справа проходит от Кауачи. Здесь удар в пах. Неспортивно. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это удар, друзья. Это нокдаун. Это нокдаун. Валерий Безяев наносит потрясающий по исполнению удар. Боковой справа, точно в голову. Висок, мне показалось, височную боль. Давайте еще раз посмотрим. С этого ракурса не видно. И это полностью меняет сейчас расклад. Потому что это третий раунд. Если продержится Безяев до конца и сам не упадет, то четвертого раунда здесь не будет. Все будет закончено. Один нокдаун спасет Валерия Безяева. Но мы видим, что пытается сделать Флоренто Кауачи. Он пытается достать соперника лоу-киками, чтобы тоже сделать нокдаун и таким образом сравнять счет. Валерию Безяеву крайне тяжело. Он пропускает удары, но ему нужно выстоять. Остается буквально минута, чуть больше до конца этого раунда. И если он продержится, то за счет нокдауна Валерий Безяев одержит победу. Пропускает. Вернее, молотком приходится удар в воздух. Удар справа. Попытка от Безяева достать Флоренто Кауачи. 40 секунд. Валера, держись, 30 секунд, работай! Работай! Несколько ударов от Флоренто Кауачи. 20 секунд до конца. Ну что, Валерий Безяев продержится ли? Опасно головой! Пытался сейчас Кауачи достать ударом справа точно в голову соперника. Безяев посматривает на время.
Несколько ударов сам пытается донести до цели. 8 секунд. Сейчас буквально может Валерий Безяев убегать от соперника. Нет, 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 не нокдаун. Это не нокдаун. Не нокдаун. Все. Раунд завершен, а вместе с ним завершен и сам бой. Валерий Безяев одержал победу. Браво, Валерий! За счет нокдауна он вырвал, выгрыз эту победу буквально. Потрясающий бой. Великолепное сражение двух равных по силе бойцов. За проведенный нокдаун победу в этом поединке одержал боец из России. Валерий Безяев, ваши аплодисменты. Казань, всем привет. Мама, папа, всем спасибо, кто поддерживал. Пацаны из Заканска, Соликамска, спасибо большое тренеру Матвееву Сергею Витальевичу и команде «Тавгаев».